Итак, девятая серия. И вначале я немного отвечу на вопросы. Так, сейчас вот мне спрашивали, как это, чтобы я включил опцию обмена территорией. Но так как я уже начал игру, ее нельзя как бы в процессе добавлять. Надо начинать только сначала кампанию. Вот есть сообщество Imperial, такой форум, где находится мод Imperial Destroyer и все дополнительные к нему моды. Можно и церковные постройки, и священников добавить, так как в Imperial Destroyer их нет. Или там увеличить доход, торговые корабли, так как есть вариант и без торговых кораблей вообще. То есть мы договариваемся между государствами о торговле, и просто дорожки такие есть, а вот Бразилию там или Вест-Индию или Западную Восточную Африку посылать уже нельзя кораблей. Ну, то есть торговых кораблей вообще тогда нет. Можно просто как бы договариваться о торговле и все. Так, вот этих галеонов торговых, индейцев торговых кораблей может и не быть. Вот здесь разные дополнительные моды, там можно и стрельба шеренгами. Стрельбу в шеренгу или там подводная стрельба, ну, разные варианты. Можно, например, обмен областей поставить опцию, а право прохода будет только у союзников, когда они воюют с одним врагом. И обмена технологий здесь нет. Вот есть все дипломатические опции, то есть все возвращается как, ну, как в ванильной игре. Здесь полностью отключают трассеры из игры, но я оставил трассеры для артиллерии, чтобы было видно, откуда ядра летят. Вот так. Это вот значок разработчика мода Imperial Destroyer Sith Lord. Ну и я возвращаюсь к игре. Так. Чего я тут хотел? Ага. Это я думаю, брать мне Штутгарт или не брать? Если бы они подошли поближе, чтобы я их сразу разбил. А так по чуть-чуть бить неохота. Так, ладно, здесь... В Копенгагене порядок слабоват. А, да, это такая у меня девятая серия уже. Так, здесь. А здесь порядок. Надо бы эту территорию захватить. Чтобы если буду добивать уже австрийцев, чтобы как бы, при захвате последнего города все армии исчезли. А то если этот городок будет еще, то и армии будут еще бегать. В Австрии много областей, так что я думаю, война затянется. Так, ну, по-моему, надо делать конец хода. Это, как бы, я так понимаю, конец моего хода, а теперь ходит компьютер. Шведы опять отступают. Или они... А, Петербург вроде бы держит. Здесь вроде бы
синенькая. Надо хоть раз глянуть туда. Посмотреть на политическую обстановку в Европе. А если нет возможности обменяться территориями, там заплатить за мир, да и право прохода, и технологии нельзя меняться, так сложно договариваться. Денег-то не всегда хватает, а технологии были бы, или право прохода дал бы взамен на перемирие. Так придется воевать. Так, где? Ага, вот. Так, порядок. Мне надо быстрее порядок наводить. Так, здесь порядок. Ладно, пусть ремонтируется пока. Они не подходят, странно. Ладно, поставим здесь. Хотя... Я сделаю по-другому. Я попробую сделать так, чтобы здесь торбе, ну как мятежники Швабии захватили город, а потом договориться о мире. И права прохода не будет у австрийцев, так как нет такой опции в дипломатии. Они не смогут не купить. Только если объявят войну, тогда уже только смогут с боями пройти. Подарить я не могу никому эту область. Так, армия. 11-6, 12-6, 9-7. Ладно, посмотрим, как воюют.
Так, а где мой флот? Сейчас надо будет снимать осаду с порта. На Мелюке объявили войну. Будем с мамелюками воевать, значит. Да, с берберами и пиратами здесь вообще нельзя никаких дипломатических отношений иметь. Так что мир невозможен. Так, здесь. Нанимаем флот. Ничего, подождем. Корабли большие. Так, с министрами все нормально. Так, пусть будет, значит, так. Это кто? Пираты. Это кто? Тоже пираты. Ага, это Пруссия держит их. Ага. Здесь корабли. Ладно, пусть пока и такие строятся. Еще не восстановились. А, нет, уже восстановились, хорошо.
Здесь порядок, порядок. О, здесь нормально ходят, не прыгают. И выйти можно, вижу. Да. Неважно. Ничего, разберемся. Хотя... Пусть лучше мятежники тут сидят. А мне надо воевать с основными противниками. Да, вот уже австрийская армия подошла. Так, линейная пехота. Хорошо. Ладно. Так, обязательно флот надо восстанавливать. И увеличивать по-любому. Так, здесь порядок. Так, а ну где тут можно высадить десант? Так, вот здесь точно можно. Здесь. Ага, стоп, 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 стоп. Listos, ya la espera. ¿Cuál es la orden? Давай сюда. Высаживаемся. Так, один остров захватил. Так, хорошо, разбили. Прусаки, этот кораблик. Все, торговля какая-то пошла. Так, так, так. Ну, постепенно так и будем захватывать. Ладно, порядок. Кюрасао. Так, да, я хотел посмотреть. А, здесь все-таки в Санкт-Петербурге. Ага. Это, насколько помню, шведы захватили Москву, а Речь Посполитая отбила Москву у шведов. Ага. Так, посмотрим, где Россия вообще. Области Архангельск и Коми. Здесь войско Донское, здесь войско Донское. Ага. А Хорезм здесь. А вроде бы он был дальше. Значит, войско Донское отбило территории для себя. Так, что здесь еще? Так, здесь еще недовольны будут, если выведу войска. Ладно, пусть пока армия стоит.
Так, я потихоньку бью австрийские войска в Швабии. Так, а ну сколько тут прибыли, мало все равно. Ах, да. Здесь много армий. Надо бы вот эту армию как-нибудь уничтожить. А то их что-то сильно много. Если еще эти подойдут. Вот совсем много. Ладно. Сразимся. Да, у них пехоты больше. Что у них там повреждено, не могу понять. Вроде бы... А, вот это конница только. А пехота все полные батальоны. Да, только провинциальная кавалерия. Ух ты. Евгений Савойский сам. Австрийский полководец. Времен войны за испанское наследство. Да. Что ж, сразимся. Так, что ж, сражение где-то в Сирии. Так. Хай-хай. Так, это у меня только две конницы. Посмотрим, как здесь будут наступать австрийцы. Вот здесь холм какой-то мешает. О, а если вас вот сюда поставить... Да, так сверху вроде получше. Ага, здесь. Так. Это пусть тогда в резерве будут. Конница тоже. Так, тогда вы тоже где-то здесь. А, я коры все-таки нашел, как поставить. А то крутил, оно что-то не ставится. Наконец-то разобрался. В этой опции так. Так, где тут, где? А, вот. Хорошо, начинаем. Так, где тут оно? Подкрепление мое. Ну иди сюда. Здесь пока пушки постреляют. А ну, сюда попадут. Так, а ну-ну-ну. Хорошо.
Так, это я выключил карту, думаешь, что-то не хватает. Так, сейчас проверим. Так, запись идет хорошо. Так, это генерал. Так, и здесь еще конница есть. Так, хорошо. Так, это надо, значит, с этой стороны на всякий случай фланг прикрыть. А, холм мешает, понятно. А, все равно попадают. Пусть это так. Гонится, куда это разогналось. Так, это еще кто, генерал? Ладно. Стоп. Так, давай сюда. Это кто, ополченцы? Угу. Милиция. Огонь сюда.
Хорошо, стреляем пока. Огонь. Ну огонь, что ж тут за стрельба такая притихла. А, есть, есть. 8 сразу. Оба батальона по краям. Вперед, не подпускать к пушкам. Так, хорошо. Ближе подойти к пехоте. Так, где моя конница? Отвести назад пока. Так, хорошо. Так. Так, хорошо. Отступают. Огонь. Ладно, сюда огонь. Так, ядрами. Огонь. Так, здесь. Подойти поближе.
God. Вперед. Вперед. Здесь холм мешает, ладно. Вот сюда можно пострелять. Ага, есть. Хорошо. Чтоб они вышли. Так, стоп. Вышли, поднялись выше. Все, артиллеристы уничтожены. Давай сюда на холм этот ближе. Хватит. Так, хорошо. А вы давайте сюда. Ой. Тут конится, вот. Продолжаем. Сражение в поле. Так, здесь уже достаточно.
Чего догоним? Так, добили. Еще добивают, хорошо. Так, кого еще? Вот еще есть. Отряд отступает. Так, ну все. Пехота пусть отдыхает моя. Это уже дело конницы гоняться за отступающими. Хорошо. Так, он еще бегут. Хорошо. Вот, и потерь не очень много. Кто тут лучше сражался? Пушки больше набили. Так. Так, это же мне еще с мамелюками воевать надо. Значит, нужна вторая армия, так как австрийцы он будут гнать войска, еще и мамелюки пришлют. Я здесь не удержусь. Нет, здесь нельзя. Данию нельзя. Нет, нельзя провоцировать бунт. Ладно, посмотрим, что получится.
Что ж, думаю, отобьюсь. Еще одно сражение. Это даже кстати. То есть раз, два, три, четыре. Ага. Четыре армии. А здесь я вижу пять. Значит, вот это не будет. А, здесь река. Я хотел бы всех разбить сразу, да. Ладно, будем бить по одному. Пушки у меня все целые. Ну и больше сотни в каждом отряде есть. Достаточно. Что ж, отобьемся.